Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ParaToxist, и мы продолжаем проходить компанию Space Engineers. И сегодня у нас сценарий под названием Lost Colony, где нам предстоит узнать, что же произошло с огромной колонией, куда пропали все люди и вообще, что происходит. Мы, в общем-то, появляемся на вот такой вот дороге, у нас есть в распоряжении два вот таких вот джипа. И если мы зайдем сюда, мы найдем несколько полезных предметов, собственно. Пистолет, немножко оружия, КПК и инструменты. Самое базовое, что нам нужно. И я думаю, стоит сразу же прочитать вот этот КПК с подписью Important. Группа излечения Sunset Valley. Мы потеряли связь с нашей командой в регионе Sunset Valley. Вам приказано расследовать ситуацию и разобраться в том, что произошло. Мы предоставили вам последнее известное местонахождение Hiroko Chang, нашего связного в регионе, которому удалось послать сигнал бедствия. Нам не удалось связаться ни с кем в Sunset Valley. Ситуация неизвестна. Вот такая вот у нас ситуация, значит, нам предстоит выяснить, что же произошло в этом поселении под названием Sunset Valley. Собственно, так как я играю один, мне удастся взять только одну машину. И я, конечно, просто красава. Просто слов нет. Вау, как будто ничего не произошло. Так, у нас уже есть какая-то точка. Вот там вот Search for Hiroko Chang. Найдите Hiroko Чанга. Туда, собственно, и направляемся. И вот это, кстати, впереди, это уже та самая Sunset Valley. Так, мы уж куда-то подъезжаем, и уже видно какую-то небольшую базу, где все сломано. По ощущениям, да? Отлично, значит, мы пришли сюда. И нам здесь нужно что-нибудь найти. Тут у нас... Тут у нас спальня, похоже. А тут у нас есть две КПК, которые должны прояснить ситуацию. Так, самое интересное, здесь написано 1 из 3, 2 из 3. Значит, где-то еще третий должен быть. Так, тут у нас кухонька. И есть у нас тут... Да, тоже ничего нету тут, в общем-то. И еще одно помещение, в которое мы также не можем нормально зайти. Оно сломано, получается. Я так понимаю, стоит его просто разломать, чтобы мы смогли зайти. Прекрасно. И тут еще, кстати, есть... сундучок, в котором тоже ничего нет. Да что ж такое? Могли бы хоть что-нибудь оставить. Базовый очиститель, малый контейнер, комплект для выживания и базовый сборщик. Неплохо. Самое, кстати, интересное, у нас нет никакой возможности взлететь. То есть тут нет никакого джетпака. Что, в общем-то, отчасти грустно. Потому что... Ладно, давайте, сидя в туалете, начнем читать, что же нам писал Hiroko Chang. Зашифрованные заметки. Команде извлечения АГИ. Часть 1. Они идут за мной, так что у меня мало времени. Ситуация в колонии полностью вышла из-под контроля. Моя жена, доктор Асака Чанг, имеет данные, которые вы ищете. Но она сейчас мертва и находится в морге в здании Argonaut Industries с данными. Главный исследователь доктор Камила Дэвенпорт помещена в карантин. Морг из исследовательской лаборатории. Проблема в том, что части города, включая исследовательские лаборатории, заблокированы из-за нехватки электроэнергии, так как банде диверсантов во главе с Дэвенпортом удалось вывести из строя реактор. Часть 2. Чтобы получить данные об этой заброшенной колонии, вам нужно повторно активировать реактор, чтобы получить полный доступ к городу. В контрольной комнате реактора должно быть руководство по техническому обслуживанию реактора в комплекте. Отремонтировать реактор не должно быть слишком сложно, хотя вы можете захотеть построить где-нибудь оперативную базу для производства необходимых компонентов. Этот старый лагерь с старателей подойдет как хорошая отправная точка. Я так понимаю, это именно тот самый лагерь, в котором мы сейчас находимся. И у нас тут есть еще две каких-то точки. Первая — это Argonaut Industries Series, собственно, то здание, я так понимаю, где находится морг и данные. И реактор Control Room, собственно, то, где нам нужно будет запустить реактор. Давайте создадим, наверное, маркеры GPS. И их, я так понимаю, придется включить вот тут. Вот, да, я был прав. Только меня немножко смущает тот факт, что у нас только две части из этих трех. Надо найти где-то, попытаться найти еще третью. И, кстати, посмотрите, насколько здесь много мест, в которые можно сходить. Вот, как минимум, вон. Вот целый город. Он еще и под куполом, если присмотреться, вот тут купол, он будет ближе видно. Плюс вон всякие здания, вон и так далее, вон. Короче, тут куча всего, на что можно посмотреть. Так, ну и что ж, я думаю, у нас тут, в принципе, плюс-минус все есть. Единственное, что у нас здесь не работает ни базовый сборщик, ни комплект для выживания, ни базовый очиститель. И нам желательно это все починить, потому что в прошлый раз мы, когда играли, мы немножко просрали. Все наши ресурсы, все наши инструменты и ничего вообще толком сделать не могли. Поэтому сейчас посвящу немного времени для того, чтобы собрать немножко... Хотя знаете что? Это сейчас не столь необходимо, давайте все-таки пойдем дальше, а потом же, когда это понадобится, мы сюда при необходимости вернемся. Так, у нас вот сюда куда-то пошла дорога, и тут у нас уже пошла развилка. Я, честно говоря, могу немножко съездить вот сюда и показать, что здесь мы здесь буквально чуть-чуть пришли с Максимом. Попали, в общем-то, на турельку, она нас убила, мы потеряли ресурсы, и, в общем-то, было весело. А, вот эта штука. Вот там вот турелька стоит, которая нас обстреливает. Так что сюда идти не будем пока что. Но потом обязательно сходим. Хотя бы, когда у нас будут ресурсы, чтобы вернуть инструменты. Хотя бы так. А нам тем временем нужно куда-то вот сюда. Вроде как. Так, а я уже, кстати, вижу еще какую-то точку, куда можно зайти ради интереса. И, кстати, тут мы не были, по-моему. А давайте зайдем, почему бы и нет. О, бана, что у нас тут? О, тут даже открывается, ничего себе. Есть сундучок, в котором есть... Оба-на! Немножко строительных материалов, неплохо. Тут у нас коннектор. Тут у нас лед, неплохо. Что это у нас? Basic Assembler on-off, Garage Light. О, прикольно, даже можно свет выключить. Окей, допустим. Коннектор on-off, прекрасно. И Switch Lock. Коннектор, ага, коннектор Switch Lock. Окей, давайте тогда зайдем сюда, что-нибудь посмотрим, что тут еще. Так, как-то темно здесь немножко. Другое дело. Так, здесь как-то пустой коридорчик. И здесь есть гравий и лед. Окей. Я, честно говоря, не знаю. Давайте гравий вообще оставлять. Он нам, по сути, вообще не нужен. Будем идти сюда. Так, и здесь у нас какая-то ферма растений, похоже. Что у нас тут? Оп! Чанг-кола. А, кланг, это, видимо, кланг. Ну да, это я просто читать не умею, простите. Кланг-кола. Manufacture Process. Это, я так понимаю, процесс производства, что ли? Да, да, да. Ice Cave. А давайте добавим, почему бы и нет. Будем потом понадобиться, мы будем знать у нас, где есть Ice Cave. Ice from Secret Ice Cave. Окей. Домашние выращенные специи. Ладненько, здесь, похоже, все. И вообще, есть смысл... А, я еще, кстати, тут не был. А, еще тут не было, смотрите-ка, тут еще целая есть какая-то комнатка. Энергоячейки, внешний аккумулятор, слушайте, неплохо. Вообще здесь можно остаться и где-то здесь развиваться, потому что здесь у нас есть все. Ассемблер, там просто все чинить нужно, а тут уже все есть. Ассемблер и всякие очистители. Так, что у нас тут? Еще какая-то комнатка, здесь просто компьютеры. Здесь можно подремать даже и похилиться, неплохо. О, Артура Аббот. Давайте почитаем. Электронное письмо от некого К-33ПО. Я знаю, что вы делаете со своим Clang-Cola'й. Это умно, но любой, кто попробовал настоящий Clang-Cola, поймет, что он разбавлен. У вас идут дела довольно-таки хорошо, поэтому считайте меня своим партнером. Вы можете оставлять мою долю 60% каждый первый день месяца в своей ледяной пещере. Пока дела идут гладко и я получаю свою долю, все будут счастливы. Обязательно уничтожьте это сообщение после его прочтения. Не, нормально ты захотел 60%. Ничего себе 60%. Это значит, можно будет сходить в эту кейв, Ice Cave, и поискать там, попытаться поискать там деньги, которые ему оставляли. Это интересно. Так, что у нас тут еще есть? Как обычно, туалет и ванна. Ну, блин, даже как-то ничего не интересного. Вроде как еще сюда проход куда-то был. Да, вот именно, вот здесь у нас что-то есть. Здесь пусто, а здесь у нас еще немножко денежек и Clang-Cola'ы. А Clang-Cola вообще дает что-то? Потребить. И что? Куда? Зачем? Чего? Ну ладно. Оба-на, здравствуйте, а у нас тут кобальт. Хотя не знаю, зачем нам кобальт сейчас, но окей. А, блин, здесь есть Basic Assembler, но нету очистителя. Хреново. Отлично, совсем другое дело. Может быть, здесь поставить базовый очиститель и перерабатывать здесь ресурсы. Так, ну ладно, мы пока что поедем дальше. Смотри, что у нас там дальше есть. Кстати, стоп, где Ice Cave? Во, Ice Cave, отлично. Ice Cave, ух, она далеко. Ну, с другой стороны, в принципе, я могу съездить, вам-то все равно это обрежется. А я стоп, посмотрю, что там. Блин, на самом деле, мне вот интересна эта компания, потому что здесь прям такая почти как РПГшка. Я, правда, еще не знаю, будут ли здесь какие-то враги, чтобы с ними постреляться немножко. А вот и еще какая-то база. И вот уже, кстати, недалеко Ice Cave, 200 метров. Давайте посмотрим, что у нас тут. Здесь есть еще один баги, прикольно, в котором аж ничего нет. И здесь, похоже, тоже аж ничего нет. О, железный слиток и никелевый слиток. Прекрасно. Вот это прям полезная штука. У нас вот есть дверка с закрытым входом, но для меня это не проблема, у меня есть резак. Серебро, неплохо. Медицинские компоненты, аптечка. Слушайте, вообще прекрасно. Так, а что у нас тут? Космокредиты. Делинда Кауфман. Электронное письмо от Терезы Кауфман. Делинда, не могли бы вы доставить наш пакет в контрактный офис, когда вернетесь домой? Вы можете оставить оплату себе. Мы собираемся в поход с Хэллоуэм и пытаемся подняться на пик пионеров. Это может занять у нас несколько дней, так что не могли бы вы тем временем присмотреть за домом? С любовью, мама и папа. И координаты какого-то дома. Фарм. Окей, допустим, фарм. Так, что у нас тут еще есть? Тут, как всегда, пусто. Туалет, туалет, ванна. И... слишком прозрачные окна. Меня это немножко даже раздражает. Я не могу понять, когда здесь выход, а когда просто стекло прозрачное. Ладненько, где у нас, интересно, ферма? Уф, не, туда я не поеду. До свидания. Ах, да, кейв. Точно, мы же не посмотрели кейв. Тихо, тихо, тихо. Прям настолько. Че такая маленькая ямка? Я думал, там какая-то большая будет. Так, знаете что? Я, наверное, хочу взять оружие на всякий случай. Так, это у нас лед, окей. Лед. Кола, космокредиты. И еще лед, окей. И еще немного льда. И все, и все, и все. Это типа космокредитов мы немножко нашли. И все. Окей, допустим, хорошо. Упс, я дерево сломал. Ладненько, думаю, стоит уже ехать все-таки по сюжету. А то 40 минут уже прошло, а мы еще даже никуда не продвинулись толком. Ух ты, еще дорожка куда-то не туда. Ладно, нет, все, по сюжету. По сюжету. Так, наконец-то мы приехали на базу какую-то. И, фу, блин, как-то здесь слишком много зданий. Так, давайте начнем, наверное, с каких-то маленьких зданий. Ну, допустим, отсюда. Так, это похоже на какой-то маленький домик чей-то. И тут закрыто. Жаль. А это даже, ничего себе, у них даже бассейн есть. Охренеть. Так, можно куда-то на крышу забраться. И тут, я так понимаю, пилить же нельзя. Это же как бы мирная зона, и тут пилить нельзя. Скорее, да, здесь пилить нельзя, ладно. Ладно, погнали дальше. Еще какой-то домик. Тоже с бассейном, все как надо, все как положено. А, и тут уже даже труп лежит в какой-то жиже желтой. Зайти тоже нельзя. Ну, блин, хотя залутать нет, нельзя тоже, блин. Так, очередной домик, и мы сюда уже даже... А, мы сюда можем что-то закинуть, интересно. Металлолом, неплохо. Еще металлолом, неплохо. И тут, слушайте, куча трупов. И нам предстоит узнать, что с ними произошло. Так, кстати, вот тут у нас уже находится реактор Control Room, где нам надо будет починить реактор, который, по идее, должен включить электричество. И запустить, собственно, все, я так понимаю... Блин, как я лихо к нему спустился. В общем-то, здесь нам надо будет, скорее всего, починить. И, кстати, опять здесь жижа находится. Починить реактор, как нам сказали. Наверное, сюда пихнуть ураном надо будет, чтобы она, собственно, заработала. Блин, везде это жижа. Но я уже предполагаю, что это будет частью бедствия. То есть вот эта жижа, которая напала на всех, там, не знаю, какой-нибудь плотоядные бактерии или что-то типа того. Начали пожрать тех людей внутри. Как-то так. А, интересно, вот мы... Да, здесь не можем резаком, буром тоже. При этом можем сваркой. Интересно, интересно. Хотя, возможно, это в настройках, собственно, самой безопасной зоны выставляется. Возможно, все возможно. Так, куда-то поднимаюсь. И тут, кстати, есть вот эти вот штуки, которые я забыл, как называются. Коллекторы. А мне нужно в них что-то закинуть, или это просто как для декорации? Интересно. А, нормально, я бессмертный, я так понимаю. Ну да, вот, собственно, лестница. Всякие опять трупы. А, Тут, собственно, кнопочная панель, которая должна что-то, наверное, делать. Доступ запрещен. И тебя открыть я не могу просто так. А вот сюда. А вот сюда могу. Прекрасно, прекрасно. А что там? Там, кстати, машина стоит. Окей. Я не думаю, что это, в принципе, нам особо нужно. Так, еще компьютеров. Энергоячейка. Это неплохо, потому что... Сколько тут всего? Уран, отлично. Потому что нам нужна будет энергоячейка и компьютеры, чтобы построить сборочный, очистительный, точнее, завод. Базовый очиститель у нас на базе. Так, куда-то я продвигаюсь. Тут какие-то ящики. И я вышел... Ага. Вышел в какой-то коридор. Блин, вот столько всего и ничего не понятно. Чё, куда, зачем. Спустился ниже. Окей. Так, ладно, давайте по порядку. Допустим, я спустился сюда. Что у нас тут? Строительные компоненты, еще детали реактора. Окей, тут у нас балки, бронированные всякие хрени. Окей. Я не знаю, вообще надо мне это все собрать. Не надо мне все это собирать. Ну, металлолом, кстати, надо, потому что это в любом случае железо. Компонент реактора наверняка, чтобы потом починить реактор. В принципе, это вроде как очевидно. Сварщик, окей. Давайте я тоже его возьму, потом где-нибудь может понадобиться. У меня уже весь забит инвентарь. Окей, я финально здесь закончил. Вроде как, вроде когда, вроде закончил. Можем продвигаться чуть дальше. И тут у нас, Ой, там какой-то пожар. О, контейнер. Уран. Окей, давайте пусть тут будет. Наверняка мы его потом где-то использовать будем. Скорее всего, чтобы потом закинуть его в реактор. Ага, это походу реактор. Ну, это очевидно, в принципе. Так, ну у нас есть спуск куда-то. Внесу нормально. Ну, там ниже будет спуск. Блин, опять сраное стекло прозрачное, ненавижу. Так, доступ запрещен. Я могу куда-то туда спуститься. Доступ запрещен. Ага, вот сюда мы зашли. Еще детали компоненты реактора. У нас уже даже забито место. Ладненько, ладненько, ладненько. Это что у нас? Это у нас таймеры. Так, еще спуск ниже у нас вот есть. Ага, тут какая-то жижа. Окей. И генераторы О2 сломались. Я так понимаю, мне надо их починить. Блин, моторы нужны. Это водородные баки, забитые водородом. Ничего себе. Классно, очень полезная информативная площадочка, которая, скорее всего, просто нам показывает, что здесь у нас полностью забитые баки. Окей, спасибо. Так, еще можно куда-то сюда спуститься, но я так понимаю, смысла сюда спускаться нет. Так, ладно, нам надо же идти куда-то в сторону генератора же, наверное. А это, я так понимаю, вот сюда. Ух, у нас тут на весь экран растянута эмблема ошибки. Так, что у нас тут на кнопочке есть? Использовать Power Reactor Connector, переключить стыковку. Ага, вот там вот, я так понимаю. Хорошо. Использовать антенна. Включить, выключить. Антенна. Окей. Multifunctional Doors. Broadcasting. Окей, пусть будет. Стыковка включена. Я так понимаю, она нам нужна будет, когда нам понадобится уран добавлять в реактор. И тут еще куча всяких... А, стоп, в смысле? И чё? И как? И как мне туда попасть? Как мне туда попасть, чтобы починить? Он же явно сломан. Или мне нужно просто туда подсоединить? Как я пойму, что я сделал то, что нужно? А, вот. Таймер, блок, реактор, кор активировать. Ну, допустим, активировать. Или мне нужно починить вот эту штуку. Я так понимаю, не работает. Хотя, блин, выглядит так, как будто работает. Вот два генератора. Ой, туда кто-то упал и умер. Плохо. Coolant System. Наверное, система охлаждения. Ага, да. Вот, он же говорил. Тут есть инструкция, что нам нужно сделать. Давайте почитаем. Техническое обслуживание систем охлаждающей жидкости. Шаг 1. Убедитесь, что насос охлаждающей жидкости находится в рабочем состоянии и работает. Поврежденный насос охлаждающей жидкости следует немедленно отремонтировать. Шаг 2. Насос охлаждающей жидкости должен иметь доступ ко льду, чтобы система охлаждающей жидкости работала. Лед может быть вставлен в насос вручную или доставлен автомобилем через разъем в гараже. Так, система охлаждения. Я вижу один единственный путь, через который теоретически может проходить этот... Система охлаждения. Это вот там вот, вероятнее всего. То есть вот это вот конвейер, который ведет... к охлаждающей якобы жидкости. И куда он ведет? Вот это вот он сюда ведет. И тут, небось, сломанный О2. H2O2 генератор. Окей, здесь сломанный H2O2 генератор. Конвейер вроде как работает. И сюда нам, я так понимаю, нужно закинуть лед. Кстати, я, по-моему, наверх еще не поднимался. Давайте там посмотрим тоже, что там есть. Да, я здесь не был. Сюда. А еще куда-то можно зайти. Внимание, радиационный фон замечен. Отправлен сигнал спасать... Как это? Неотложный сигнал или тип того. Подключение к коммуникационной башне. Поиск проблем соединения. Как-то так. Ха, Sunset Valley, Power Department. Давайте почитаем. Поначалу атомная электростанция могла показаться чрезмерной для такой маленькой колонии, как Sunset Valley. Тем не менее, Argonaut Industries ожидает быстрого роста колонии и ее промышленности в ближайшие годы, и поэтому заранее предоставила инфраструктуру. Так, ну и тут идет перечисление персонала, который работает над, собственно, этим реактором. Ага, кстати, вон антенна, которую нам показали. Да, зачем она нам нужна? Давайте пока что сходим за льдом. У нас вроде как немножко там оставалось льда. И попробуем принести туда. Уже там по... Тут. А нету. А нету льда. Или есть? А нету льда. То есть вы хотите сказать, нигде льда нету, да? Классно. Ладно, погнали. Так, ребята, я знаю короткий путь. Видали как? Видали? И да, у нас тут есть лед, даже в неплохом количестве довольно-таки. Слушайте, а я ж могу этот всякий металлолом перекинуть сюда и просто произвести... А, нет, не могу, это нужен только базовый сборщик. Базовый очиститель, точнее. Блин, капец. О, ванная. В ванне есть ротор, отлично. Мне нахрен не нужна ванная. Не ротор, а моторы. И, в общем-то, на кухне тоже есть моторы, так что тоже их выбираем. Блин, компьютеры. Блин, что-то нет компьютеров. Жалко, 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 жалко. Ах, наконец-то. Пошла жара. Упс. Да уж. Все, я починил. Ну, кроме одной лампы, но это переживу. Так, ладно, я взял лед. Закинул сюда и... Хотя, в принципе, нафиг он не тут. И, наверное, поехали. Я вроде как плюс-минус взял. Так, ну что, погнали. Так, так. И... Вот так вот. Прекрасно. Теперь она точно работает. 100%. Закинул лед и... Нам сюда нужно было лед запустить или не сюда? Онлайн. Это, скорее всего, хорошо. Техническое обслуживание активной зоны реактора. Когда система теплоносителя активной зоны реактора находится в рабочем состоянии, вы можете получить доступ к камере активной зоны реактора и провести любой ремонт. Большой реактор требует некоторых тонких компонентов, таких как сверхпроводящие катушки, одна штука, и компоненты реактора. Грузовой порт в реакторной камере может использоваться для доступа к этим компонентам через автомобильный гараж. А, да, отлично, доступ открыт, значит мы делали все правильно. Так, теперь-то мы попали в зону, собственно, вот этой вот штуки. Уф, как тут много всего нужно. Упс, немножко не туда упал. О, сверхпроводник, замечательно. Ладненько, давайте потихоньку уложить туда всякие предметы. А мы можем сюда пойти? Охренеть, натуре можем. Еще труп. А, ладно, здесь все закрыто. Интересно, ну блин. А, вот подъем, замечательно. Там, в общем-то, я увидел, там куча всяких ресурсов нам нужно. Две 1295 других компонентов. Чё? Это чё мне там такого нужно производить? 2000 компонентов реактора? Что, простите? А я их откуда высру вообще? Ох, мне сейчас предстоит интересное занятие. Просмотреть все вот эти вот грузы в поисках компонентов реактора. Потому что вручную их делать, честно говоря, у меня желания дикого нет. И я точно помню, что где-то еще эти компоненты лежали. И самое грустное, что мне, вероятнее всего, ведь не хватит их. О, 4 штуки, мне надо 2000, ну серьезно? Ну окей, 10 штук. Но это все равно мне 2000. Вот ведь изверги. Ладно, похоже, мне предстоит очень интересный процесс сборки огромного количества ресурсов, чтобы построить этот реактор. Так, еще, кстати, какой-то домик, в который можно зайти и посмотреть, что тут есть. Вдруг тут лежит 2000 компонентов для реактора. У меня закралось смутное сомнение, что нет, здесь не лежит 2000 компонентов для реактора. Что-то как-то, вот мне так кажется. Компоненты гравитационного генератора? Окей, зато здесь такой лежит кран и еще Aaron Davenport. Так, только это вторая часть, надо найти еще первую. Что-то когда первая часть я не нашел, ладно. Ладненько, не будем тогда терять время, пошлите давать ресурсы. Так, у меня еще есть небольшое смутное сомнение, что мы не сможем сделать здесь нужные нам вещи. Классно, нам нужен хороший сборщик. Сборщик, вот. Так, почему бы его куда-то сюда не поставить? Это все нам явно не нужно. Прекрасно, на него нужно всего ничего, охренеть, сколько всего много. Да уж. Ой, ну да, он же поставил в производство все детали для большого реактора. 160 компьютеров, охренеть. Ладно, придется добывать ресурсы. Так, собирать ресурсы вручную, это еще гемор, поэтому проще будет просто разобрать что-нибудь. Нам же это точно не нужно. Так, отлично, у нас, похоже, хватает уже всех ресурсов. Восхитительно. Прекрасно. Так, давайте теперь посмотрим, что нам нужно для компонентов реактора. Серебряный слиток. Капец. А, плюс сверхпроводники. Золото. Так, ладно, это все хорошо, но явно я сейчас так быстро не соберу ресурсы. Поэтому, я думаю, стоит на этом закончить. Я уже потом еще похожу по городу, посмотрю, может быть, поищу нужные компоненты, может быть, за кадром поделаю, посмотрим, как пойдет. Потому что, ну, вы представляете, сколько там всего нужно? То есть я вот даже сейчас поставлю. Нам понадобится 3 тонны серебра и 10 тонн железа. Всего ничего. Поэтому это явно так быстро не сделается. И к этому нужно подготовиться хорошенько так. Возможно, стоит походить еще по другим локациям, посмотреть, возможно, там будут либо нужные детали, возможно, что-то мы еще найдем такое, что нам поможет починить реактор. Потому что явно это, возможно, не самое первое дело, которое нужно было сделать. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, и вы хотите еще больше серий по Space Engineers, особенно по этой компании, потому что мне, честно говоря, очень интересно. Тут как бы замут интересный, и тут есть на что посмотреть. Мне она очень заинтересовала, я хочу ее допройти. Также не забывайте писать комментарии, подписываться на канал. Увидимся в следующей серии, и пока!